Всем привет, всем привет. В общем, я вернулась к записи видео после нескольких болезней своих, после болезней семьи, после празднования дня рождения. В общем, там смешались в кучу кони-люди. И вот мы здесь. А новая игрушка, смотрю, вышла буквально на днях, Unusual Findings. Она вроде как от нашего издателя Бука, с очень классным, насколько мне известно, дубляжом российским. Вот. Ну, в принципе, это все, что я знаю о ней. А, еще в меню, можно, представляете, режим стримера включить. Это очень клево. Так что YouTube пропустит эту игру спокойно. Новая игра. Здравствуйте. А звук где? А у меня звука нет. Винсент, а, вот палка. Есть. Что я тебе сказал? Все, слышу. Папа! Что я тебе сказал? Что... я наказан? Именно. Это означает, что никакого телевизора, радио или видеоигр. А, так нечестно. Ты издеваешься, что ли? Ты и твои подельники взорвали половину сада у миссис Джонсон. Так, мне не стыдно, мы это сделали в исследовательских целях. Прости, это произошло не специально, я не знал, что натрий настолько взрывоопасный. И мне не стыдно. Давай так выберем. Мы это сделали в исследовательских целях. Я очень разочарован. Я ждал, что ты хотя бы прощения попросишь. Ты уже не ребенок. Как ты думаешь, что миссис Джонсон чувствует по поводу взорванного сада? Удивлена взрывной мощью натрия. Точняк. Она была в ярости. Так что ты наказан. Никаких видеоигр. Тебе ясно? В смысле? Ясно. Так, ну, папа. До завтра. Но на случай, если ты меня недостаточно хорошо понял, я заберу картриджи с собой. Но, папа! Ты все еще наказан. Так что лучше обдумай свое поведение и сочини на завтра подобающее случаю извинения. А иначе так и останешься наказан. Но... я не хочу, чтобы ты думал, что у этих решений не бывает последствий. Уж поверь мне, последствия бывают всегда. Рано или поздно тебе придется разбираться с последствиями своих действий. Помни, поведение по отношению к другим людям имеет значение. В общем... я запираю дверь. Спокойной ночи! Кто-то бросает мне камешки в окно. Попробуй угадать. Либо Ник, либо Тони. Скорее всего, Ник. Нужно открыть окно, посмотреть, что происходит. Надо бы сначала, наверное, потише сделать. Ну, так вот как-нибудь. Да, я тут вообще не использую клавиатуру. Ладно, ну что, пошли подойдем. О. Поговорить с окном? Мне нужно открыть окно, если я хочу поговорить с человеком снаружи. Нет, было же поговорить с окном. Кто-то бросает мне камешки в окно. Попробуй угадать. Либо Ник, либо Тони. Скорее всего, Ник. Ну, давай посмотрим. Эй, Винни, Винни! Ой, ты чё орёшь-то? Заткнись, Ник! Меня наказали! А, ну да, ну, меня тоже. Думаю, все слышали о нашем эксперименте в саду, миссис Джонсон. Тогда что ты здесь делаешь? Спятил? Меньше всего Тони нужно, чтобы декодер сигнала прислали по почте. У нас будет бесплатная кабельная. Нужно добраться до дома Тони. Ну, не знаю, Ник. Три слова, чел. Голые. Цыпочки! По телеку! Это четыре слова, но... ладно, твоя взяла. Минутку. Но только тихо себя веди, ладно? Окей. Что у нас в шкафу? Нельзя с этим поговорить. А, да?
Про окно ты мне так не сказал. Капля одежды заперта, а я не помню, куда подевал ключ. Сам знаю, что странно, но это та цена, которую приходится зачем? Платить за право на личное пространство. Зачем закрывать? Дверь заперта. Не помню, куда подевал ключ, но он должен быть... Афиша. Такой да, ху, кто? Крутой фильм! В детстве смотрел его дома у дедушки. Лазерные эффекты у пришельцев были такие страшные. Фильмы 50-х были супер. Угу. Мне нравилось решение этого фильма. Идеальное сочетание элементов научной фантастики и классической ностальгии. С какой стороны ни посмотри, здорово. Угу, поняла. А может быть за ними? Пусть там и остается. Но, нет? То есть мне нравится все олдскульное, но я не стану ходить по улицам, размахивая этим постером. О, чё так? Чё, стыдишься, что ли? Я а сказал, что нравится. Ты еще раз посмотрел. Включить свет. Давай выключим. Выключить свет. А это... это то, что я думаю? Мастерсон. Мне кажется, он бы глупо выглядел, стараясь сразиться с человеком нормально. Люк Мастерс. А это Звезда Смерти, да? Имперский космический корабль Е-90 с легкостью развивает скорость света. Угу. Ну, а взять можно? Я уже одну такую сломал, так а, что... понятно. Модельками любуются, они играют. Ну да, да, эти это для детей. Для того, чтобы ими любоваться, а не играть. Угу. Велосипедные чё? Было бы круто начать снова тренироваться на BMX. Я не успела прочитать. Я свет выключу. О, так прикольней. Ничего тумбочки. Крутого внутри больше нет. Кровать. Док Мартино сказала, что мне не следует поднимать тяжести, если я хочу вырасти повыше. А Саманта Сильверман выше меня. Так что я пока... Понятно. Омп. А, телек. Компов нету еще? Старый телек моей бабушки. Он черно-белый, и антенна ничего не ловит. Но он работает с видеоиграми. А больше мне ничего... Понятно. А тут? Что? А что это? А, это наша сумка. Самая лучшая приставка в мире! И она моя! О, целых 8 бит необузданной мощи! Кайфово. Так и что делать-то? Ник иногда бывает козлиной, но он один из моих лучших друзей. Угу. Не достаю до него. Эти цветы яркие, отлично пахнут, и что самое лучшее, у моей сестры на них аллергия. Угу. О, опачки! Мой шкаф для одежды. Неожиданно. Я его сюда просто положу, тыкала. Потому что у моей сестры аллергия на эти цветы. Теперь, когда я это вслух говорю, то самому себе кажусь параноиком. Но я почти уверен, что когда меня дома нет, она берет мои вещи. Угу. Дверь заперта. Не помню. Я в смысле ключ. Ключ. Но он должен быть где-то здесь. Игра, кстати, по оформлению похожа на мобильную. Опа! Моя старая робота Battle Station! Что это ты тут делаешь? А чё ещё? Папа всю неделю доставал меня насчёт уборки, но сейчас не самый лучший момент. Внутри полно одежды и старого барахла. Какого чёрта мне понадобилось запирать его на ключ? Вот я такой же вопрос задавала. Сестра хотела стащить мой пиджак. Так и чё, всё что ли? А, ролик, типа. Неплохая идея. Но мне все еще нужны какие-то ручки, за которые я смогу держаться. Угу. Совместим. Окно домика на дереве закрыто. Нужно попросить Ника открыть его, чтобы не пришлось разбивать стекло.
Нельзя с этим поговорить. Давай с ним поговорим. Эй, кто? Эй, что? Так, ты уверен, что Тони сделал декодер сигнала? А разве Тони не наказали? Можешь мне помочь выбраться? Кто-нибудь есть поблизости? Можешь открыть окно домика на дереве. Одну минутку. Давай начнем сначала. Тони сделал декодер сигнала. Да, да, конечно, вероятно. Может быть, дело в том, что сегодня есть существенная вероятность увидеть кино для взрослых без цензуры. И тебе не стоит этот шанс упускать. Действительно, кино без цензуры когда еще увидишь? А разве Тони не наказали? Наказали, но у него бабушка глухая, как коврик у двери. Помнишь, как мы держали ламу в подвале у Тони? Что? Она так никогда ламу и не услышала. Да, думаю, и нас она не заметит. Откуда вы взяли ламу и притащили ее домой? Можешь мне помочь выбраться? Конечно, прыгай. Я тебя хоть кормили? Эдди Мартинусу это обещал, а он ногу сломал. Это совсем другое дело. Эдди Мартинус толстый. Он не мой друг, а его родители не знают моих. Забудь, не стану я прыгать. Кто-нибудь есть поблизости? Все чисто. Можешь линять без страха. Идеально! Сейчас ночь в Саут Плейнс. Чего ты ждешь? Все или спят, или телек смотрят. Угу. Можешь открыть окно домика на дереве? Ты хочешь воспользоваться тросом? Разве это не рискованно? Ну, то есть, ты можешь упасть... А лучше ты меня поймаешь, да? Угу, спасибо. Потом он позвонит моим родителям, а мне бы этого точно не хотелось. Фига ты дальновидный. Что такое, Ник струсил? Не переживай, чувак, если я сломаю ногу, то тихонько заползу обратно домой. Не переживай, чувак, если я сломаю ногу, то тихонько. Хотя надо было его пристудить, наверное. Домой. Ладно, понял. Надеюсь, что вечер с бесплатным кабельным стоит риска. Чувак, кино без цензуры, конечно, стоит. Одну минутку. Ладно, но поторопись. Слышишь ты, не торопи меня. Итак, вот и мой билет в один конец. Крутанем эту штуку. Нормально. Чётенько. Я думал, у меня опять звук пропал. Боже, как они спускаются. Какая анимация. Все, титры пошли, заставка. Слушаем музычку. Нормально в гамаке такой. Фига тыков. Интересно, это... Даже если у них компания, то это где-то 80-е, наверное. They are чё? Блин, не успела. О, чёткий рисунок. Тюрьма? Кинчик. О, Звездные войны, Пэкмен. А среднюю не знаю. Эй, Тони, мы здесь. Мы что-нибудь пропустили? Да нет, ничего особенного. Я почти подсоединил антенну. Ты уверен, что это сработает? А зачем нам вообще антенна, если мы хотим перехватывать кабельное? Я установил передатчик на щиток кабельного дальше по улице, чтобы к дому не вели слишком заметные кабели. И поверьте мне, у этой штуки мощности намного больше, чем нужно для простого просмотра кабельного. У тебя еще остались твои простыни с поняшками? Да. В этом мультике я помню, кстати, простынь. И бабушке моей пони нравится. А если бабушке нравится, то да. Никому не говори такого, пони фигня. Если ты так считаешь, то я попробую посмотреть еще раз. Пони не фигня. Если ты так считаешь,
то я попробую посмотреть его еще раз. Уверен, тебе понравится. А второй сезон еще лучше. У Зубика рождаются дети и все такое. Меган очень выросла как персонаж. Правда? Ага. Короче, я не против, чтобы ты продолжал болтать о поняшках, но давай вернемся к важным вещам. Ну, в смысле, о поняшках это важно. Когда мы начнем смотреть фильмы для взрослых? Как только закончу настройку, можешь слегка подвинуть антенну? Ладно, давай попробуем. У них типа один в умный, один глюпенький, а один норм. Ну, типика, ой, ё-моё. Ага. О, они четкими стали. А вот так кажется, как будто это печенька. Работает. Что это за хрень? Похоже на какую-то научную фантастику. Из Китая? Это печенька, это кулинарное шоу. Понятия не имею. Но не я же создавал декодер. Так что может. Я такой, кстати, готовила с ММДМсинами. Давай переключим. Что-то не так. Эта штука на всех каналах. Но зато мы можем смотреть китайское кино. Опачки. Что? Что это за хрень? Это не метеорит. Не думаю, а как ты это что понял? Это вообще кино. Что ты имеешь в виду? Ну, похоже, что мы поймали сигнал СОС от космического корабля, который только что упал в леса South Plains. Ну, не чего? Знаю. А что, если это просто очень странное совпадение? Звезда падала. Мы ждем. Это же близко. Давай, пойдем посмотрим. Ну как же голые цыпочки по кабельному? Слушай, если это был корабль пришельцев, то мы сможем стать первыми людьми, которые встретили инопланетян. Ты что, не хочешь оставить след в истории? Но, девочки! Уверен, если мы станем известными, то девочек у нас точно будет больше, чем если мы останемся дома смотреть на халяву кабельное. Дело говоришь. Тогда пойдем. Так-то да. Ну, пойдем. Опа. Эпик. Насколько это возможно в пикселявом формате. Пошуршание от их ног. Если верить моим расчетам, то мы рядом. Здесь пахнет чьей-то горелой жопой. Слишком неровная понятно. Местность. Отсюда придется идти пешком. Мы только что пешком тоже шли. Здесь такая плотная. Мы так одновременно повернулись на кусты. Жидкость? Жидкость? Здесь какая-то синяя жидкость пролилась на землю. Странно пахнет. Вот тыкой. Фига с два я стану это трогать. О, какой-то неинтересный. Грибошки. Ничего не видно в этих кустах. Большая мне кажется, сосна. Что это одна из самых старых сосен в лесу. Ты хипарь, что ли? Почему? Ты хипарь, что ли? Почему? Я с растительностью не разговариваю. Половину сгоревшее дерево. Похоже, что в него ударила молния. Или метеорит. Может... Это работа пришельца? Нет, Винни прав. Это определенно молния ударила. Когда мы с папой здесь гуляли неделю назад, дерево уже было таким. Поберегись! Чё кричишь-то? Ну, пойдем, чё? Клапан, ворот, old knife. Эта ржавая штука регулирует напор воды. Пойдем покрутим. Не могу сдвинуть. Не покрутим. Слишком заржавело. Да я попробую. Ага, слишком ржавая. Нужно ее чем-то смазать. У нас там жидкость есть. Синяя. Но вы в нее не потыкали. Кусты. Наверное, опять скажу, что не очень. Куда лезть? Фига с два я стану. Ну, в смысле? Раз. Ну, туда. У нас ничего нет. Здесь
здесь какая-то синяя жидкость. Странно пахнет. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Начал лакать из лужи мерзкой жижи? Он только что сломал четвертую стену? Или мне кажется, он, по-моему, вроде как обратился ко мне? Значит, по идее, сломал стену. Ну, возьми палочку. Похоже, что в него может... Нет, определённо молнию. Поберегись! А чё кричать-то теперь? Теперь можно перейти. Это я поняла. Пиксель-хантинг. Вода просто ледяная. Неудачный сезон для купания. Нельзя с этим поговорить. Может, у вас что-то есть, а? Я не могу на них нацелиться. Видно. А может, дальше можно? Да, можно дальше пройти. Тут вон что-то еще. Нет, это просто земля. Странное дерево. У меня мурашки по коже от этого дерева. Это просто дерево. И оно не шевелится. Ну да, оно не шевелится. Давай я с ним поговорим. Я не разговариваю с растениями. Какой ты скучный. Смотри, кусты шевелятся. Эй, мистер пришелец, это вы? Мы видели ваше сообщение. Мы пришли с миром. Они нет. Там нет пришельцев, опачки, которых мы ищем. Там волки. Да ты знал, что это плохая задумка. Скорей, притворись крупнее, чем ты есть. Волки почти никогда не нападают на взрослых. Уходи, у меня выплаты по ипотеке. Кыш, кыш. Ты серьезно? Заткнись, помогай я. Кыш. Кыш! У меня трое детей и скучная работа! Кыш! Это не помогает. Еще идея есть? Бежим каждый сам за себя, и пусть потом быстрее помянут медленных. Давай напугаем их, будем действовать агрессивно. Я побегу на них, а вы прикрываете. Давай напугаем их! Будем действовать агрессивно! Я побегу на них, а вы прикрывайте! Ты думаешь, это сработает? Я в документалке такое видел. Медоед побежал на львиный прайд, и ему удалось уйти. Это вот. Не львы, нормальный пример. А мы не медоеды, и мы не в документалке. Давай попробуем. Терять ведь нечего, кроме собственной жизни. Ты уверен, что у нас нет других вариантов? Вы взорвали чей-то сад только что. Только ладно, что недавно. С волками уже плохо получилось. Что это было? Этот звук тревожит меня еще. Это типа звук изобразили? Если это был пришелец, то пришельцы очень громкие. Нам нужно свалить, пока волки не передумали. Не передумали. Мне кажется, ли как-то дымно стало? Ой-ой-ой. Время сейчас гулять по лесу, ребята. Вы разве не знаете, что в этой местности водятся волки? Ага. Мы только что видели нескольких. Вон там. Вам повезло, что они на вас не напали. Лучше идите домой. Если поторопитесь, то я ничего не расскажу вашим родителям. Босс. Да, сэр. Пойдем. Никто никого не видел. Чё? Вы знаете, что это за синяя жидкость? Когда не, мы ее не трогали и не нюхали. Вы видели или слышали сегодня что-нибудь необычное? Нет. Что-то мне подсказывает, что вы мне неправду говорите. Кто-нибудь еще знает, что вы... Что? Это за хрень? What the fuck, это что? На дереве. У него печенька. What? Так, ладно. Ситуация следующая. В городе орудует пришелец-убийца, и только мы о нем знаем. Жесть какая. Можно попробовать, но не думаю, что нам поверят. Мы можем хотя бы рассказать рейнджерам, что на одного из их сотрудников напали в лесу. Да, это разумно. Мне кажется, нам лучше попытаться самим его остановить. А, кто да? Кто знает, сколько людей может убить это существо, пока полиция поймет, что происходит. Хорошая мысль, да. Как мы можем это сделать? Я думал, может установить ловушку, как на медведя. Никто не может уйти из медвежьего капкана. Я думаю,
будет лучше ловить его прочной сетью. Похоже, что у него длинные конечности, так что мне кажется, что сеть против него будет эффективнее. Мы можем выкопать в земле большую яму, замаскировать ее листьями. Ты кем себя возомнил? Хитрым койотом из мультика? Ну, конечно, твоя идея с сетью намного лучше. Напомни-ка мне, кого мы там пытаемся поймать? Пришельца или акулу? Джентльмены, не надо. Нет никакого смысла спорить. Слушай, мы ничего не знаем об этом пришельце. Кроме того, что он долговязый и любит закалывать людей. Может, будем действовать наверняка, используя сразу все способы. Можно все три идеи объединить в одну большую ловушку. Яма, сеть и медвежий капкан. По крайней мере, никто не будет показывать на нас пальцем, если ничего не выйдет. Звучит неплохо. Если вы останетесь живы. Придется. Уверен, что бык поможет нам. За ним должок. Опачки, даже так? А куда? Какой бык? А, к окрестностям фургона быка. А, ну да, тут бык был, да, нарисован. Граффити? Надпись гласит: шутишь с быком, окажешься на рогах. Здесь есть какие-то отметки для счета. Их 26. Это какой-то куст. Это клетра альхолистная. Известная под названием... Ой, в умный выискался! Откуда ты это знаешь? Ты что, ботан и в ботанике? Нет, моя бабушка увлекается садоводством. Это все объясняет. Привет, Бэк. Привет, пацаны. Пришли в игры поиграть? У меня есть новое. Нам нужна твоя помощь. Клёвый голос. Городе шныряет создание из космоса. Пришелец-убийца. Ни хрена себе. Что? Пришелец-убийца? Это же опасно. Не лезьте к нему. Ты нам поможешь? Несмотря он ему не особо подходит, эта озвучка. Протянуть руку помощи в охоте на пришельца. Я ужасно знаю. А, да? Ты в игры играешь. Ага, на них так подсаживаешься. Уж поверь мне, я отлично знаю, что такое подсесть. Ну так ты нам поможешь? Не, не могу. Видишь того? Что это на заднем плане? Что? Ну, он кое-что украл у одного из моих клиентов и спрятал. И мой клиент хочет получить эту вещь обратно. Я должен развязать. А кто-то лежит? Может, позже этим займешься? Сбежать он все равно не может. Нет. Угу. Это не такой клиент, с которым можно шутки шутить. Ну а это создание из космоса шастает прямо по South Plains. Поверь мне, пацан. Если им покажется, что я пытаюсь их обдурить, то они явятся за мной, даже если все персонажи Галактических войн будут бегать по городу. Ты не видел сегодня ничего необычного? Давай с этого начнем. Ты не видел сегодня ничего необычного? Я все время вижу необычное. Например, вот парень прикован в ванной. Так что объясни поточнее, что именно. Ну, это не особо необычное. Ты видел пришельца? Нет. Точно? Пришелец похож на колумбийского наркоторговца? Нет. Тогда не видел. Что этот прикованный парень делает в ванной? Да мы, в принципе-то, выяснили. Ну, он кое-что украл у одного из моих клиентов и спрятал. И мой клиент хочет получить эту вещь обратно. Но он бессознательный. Я слегка переусердствовал с действиями в стиле плохого бандита и хорошего бандита. Но что мне было делать? Ведь не было никакого хорошего бандита. Вот в чем минус работы в одиночку. Понимаю. А что этот парень украл? Хотя украл? нет, не надо, не говори. Я точно тебе говорю. Что пырнуть кого-то легче, когда они не ожидают, что их пырнут? Ну да. А еще что? Чем меньше мы знаем о твоей работе, тем... Вот, да. Соглы. А что за игра? Да, мне интересно. А что за игра, в которую ты играешь? Maze Quest. О, эта игра такая крутая. Ты знаешь, что если ее пройти, то можно отправить разработчикам письмо с кодом? И ты сможешь выиграть золотую корону! Настоящую корону! О, из настоящего что, короче, золота! Что грандиозно! Да, наконец-то игра, которая вызывает какие-то эмоции! Чел, ты в Марио играл? Там столько эмоций.
Можешь помочь нам охотиться на пришельца? Можно было попробовать. Я бы хотел, мы могли бы поиграть в игру. Но не могу. У меня сейчас важное дело. А можешь помочь нам вырыть яму? Ты же мне должен. Я знаю, но сейчас я не... Погоди минутку. Тебе нужно, чтобы я вырыл яму? Да! Да нет, не для трупа. Где я эту яму выкопаю? Она должна быть в укромном месте неподалеку от города. Идеально. Я знаю, что этот парень в ванной зарыл то, что он украл. Так что, как только мы выясним, где он это зарыл, мы с парнями тут же выкопаем яму, чтобы достать зарытое. А потом ты сможешь использовать эту яму. Ну, в принципе, совместили, ладно. Нормально. Попробовать можно? Конечно, давай. Но помни, что игра ужасно нечестная. В смысле? Это... Мы в начале фантастической истории. Начинаем путешествие в пещеру чудовища. Удачи. А что делать-то? А, выберите дверь. Эту давай. Медуза атаковала вас своей коварной ловушкой. Какой неподходящий вечер для проклятия. Мы захватить все ваши базы? Вы проиграли. А да? Я же говорил, игра просто нечестная. Я хочу еще раз. Ну, так еще раз. Привет, Бэк. Привет. А можно? Конечно. Та-т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 а. Давай, первую. Выключись. Я же говорю. Он ругается. Он играет в видеоигры. Он всегда в хорошем настроении. Он умеет драться и стрелять. И он ест очень много пиццы. Нормально. Так, еще раз. Привет, другие бэк. Двери привет, посмотрим. Привет, пацаны. А можно... Конечно. Зончик клевый. Давай вторую. Да, 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 да. Я же говорю. Привет, Бэк. Привет. А мой. Кань. Четвертую. Третью. Да ты гната. Я же говорю. А, мы надолго здесь. Привет, Бэк. Привет. Я пройду, я возьму корону. Конечно. Что ж, четвертую выбрать? О! Так, 4-4. Я так и думала, что не проканает. Я же... Да нет, не диван, с ним поговорить. Ну чё вы постоянно туда встаете? Вас ждать бэк. Приходится. А, может... Конечно. Четыре. Четыре. Два. Я же говорю. Привет, Бэк. Привет. А можно? Конечно. А третью. Yes. 4-4-3. Я к этой цели приближаюсь уже сколько, блин? Дай первую. Оу, волшебного единорога? Привет, мой юный друг. Я ошибка. Единорог загадок. Как ты хочешь узнать код к получению... моей короны, незнакомец? Загадаю тебе загадку, незнакомец. Если ответишь правильно, то я дам тебе код, который ты ищешь. Как будет, скажи-ка происшествие в обратном порядке. Я думаю, что правильный ответ — Ейцешсиорп.
потому что буквы стоят в обратном порядке. Но может быть правильно будет Акыжакс Гейт Сешсиор, потому что он говорит «скажи-ка происшествие». А может правильно незнакомец? Он постоянно это слово говорит. И я уверен, что логика в этой игре хромает. Я думаю, вот это. Неправильный ответ. Ты у меня убил? Меня убил единорог? Что? Единороги не убивают. Привет, Бэк. Привет, пацаны. Еще раз. Как будет? Скажи-ка. Происшествие в обратном порядке. Я думаю, что... Что такое-то? Привет, Бэк. Привет. Как постоянно здороваться? Мы тут уже 2 часа сидим. Я думаю, что... Но у нас остался последний вариант. А, да? Нет, я правильного говорил, варианта. Игра просто нечестная. О, короче, все. Это Atari 2600. О, игра Atari. Клёвая. На экране отображается множество цветов. Только написано Arati. Этот диван черт знает на что похож. Пара ломтиков осталось, но похоже, что им уже несколько дней. Всего пара дней, она еще нормальная. Нет, бери спасибо. Ломтик, не стесняйся. Нет, спасибо. Эта игра такая нечестная. Вообще не говорю. Картина. Ого, там... The Kill Starters. Вот нехило. Здесь Моника, любимый дробовик быка. А еще разные винтовки, прочее оружие и боеприпасы. Куда нельзя пройти? Так, окрестности. Человек. Ты в порядке, человек? Сильно избитый человек, прикованный к трубе. Он еще медленнее. Надеюсь, говори. Мертвые не отвечают, а мне нужны ответы. Не отвечают язык, что? Ага. И что делать-то будем? По крайней мере, в туалете он смывать не забывает. Окей. Сэр, вы как? Очнитесь! Бесполезно, он в отключке. Что делать будем? Куча жирных вонючих коробок. Ты понимаешь, что этот парень только пиццей питается? Ты что думаешь, что я чертов черепашка-ниндзя? Я сегодня утром хлопья ел и бекон. И иногда я даже ем бургеры в машине. Нормально. Тогда понимаю. Бутылка. Это любимая марка быка. Ну или, по крайней мере, он ее покупает. Давай возьмем. Можно мне ее взять? Пока нет, парень. Когда состаришься и поглупеешь, будем вместе пить. Ясно. А что, можно взять все-таки? Я бы не стал это трогать. Ладно. Между ломтиками прячется большой таракан. Комиксы для взрослых. Эти комиксы такие клевые! В них куча насилия, ругательств и обнаженки. Ага, обнаженки. Я начинаю прослеживать закономерность. Ох уж этот пубертат. Давай возьмем. Эй, пацан, а ну оставь. Ну или хотя бы дай мне дочитать, потом утащишь. Я Заметано. Уже почти не помню сюжета. Но я никогда не таскал у тебя комиксы. Я не о тебе, я о нем говорю. И что? Я... Я вот даже не удивлена, что это он. Ты бы хотя бы спросил. Воровство — путь к большим неприятностям.
Уж поверь мне, я знаю, о чем говорю. Можно мне этот взять? Нет, я еще не дочитал. Хочу узнать, захватит ли женщина-киборг мир койотов-мутантов. А что это? А-а-а! О-о-о! Мне кажется, что... Тут есть подсказки? Кайфово. Чё еще? Большой ящик металлический. Мне кажется, что бык пьет только эту марку виски. Да, подожди. Вот. Это большой металлический ящик с навес... Угу. Он очень тяжелый, и он заперт. Интересно, что внутри? Ты не хочешь этого знать. Да ладно, что там внутри? Пулемет? Гранатомет? Пушка? Поменьше, но зато измеряется в мегатоннах. Душ? О, душем! Вода идет, но парень все еще без сознания. Давай ему пиццу подтолкнем. Можно мне? Пока нет, па. А если пустую? Ты не мог бы это не лапать? Я их храню для тренировок с Моникой. Уверен, что лучше было бы тренироваться на настоящей цели. Настоящая цель. Бумажная мишень не взрывается тысячи осколков, когда в нее попадаешь. Можешь звать, ну да, не меня так старомодным, интересно. Но бутылки то, что надо. Зачем бы мне понадобилась старая жирная коробка из-под пиццы? Понятия не имею. Ну, подсунуть ему, дать понюхать, и он проснется. Я бы не стал это между мультиками. Давай таракана посадим на него. Я сейчас играю, парень. Я могу позже научить тебя драться. В книгах не вычитаешь, как драться со школьными хулиганами. А туда можно пройти? Нет, нельзя. Угу. Зачем? Зачем это? Вы как? Очнитесь! Бесполезно. Он в отключке. Эй, он без сознания. Блин, а что еще можно сделать? Ну, чисто с ним поговорить. Диван обыскать. Привет, пацаны. Ты можешь помочь? Я бы хотел. А можешь помочь нам вырыть? Я... Да! А важно... Она... Ну, понятно. Пока. Ладно, пока. Пока. Давай поговорим с диваном. А, да, я там батончик шоколадный потерял на прошлой неделе. Если найдешь его, то можешь оставить себе. Фу. Давай найдем. А, да. А можно мне? Конечно. Нет, не хочу, нет. Я думаю, что нам... А может... Я же говорил, игра про... Эта игра такая нечестная. Не стоит переключать канал, когда кто-то играет. Здесь Арсейн. Он на своем месте. Нет, не стоит это трогать. Ну оружие что трогать тогда детей. Можно? Но снаружи пришелец убивает людей! Мне плевать, что там происходит. Ты или сам себя подстрелишь, или кого-то из своих друзей. Блин, нам уже заканчивать там, надо. В лучшем случае вы будете легкой добычей. Дети и оружие не сочетаются. Вы умные парни. Не лезьте к оружию. Окей. А куда?
Я уже все истыкала. Выйти. Бык предупреждал нас насчет подсматривания сквозь его дырки от пуль. Я бы не хотел шутить с быком. Окей. Это бык с пылающими рогами. Этого быка за рога не возьмешь. В мусоре покопаемся. Похоже, сборщики мусора не часто сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Ура! Три вещи, а, да? Наш мусор. Игрушка-попрыгунчик Джо, кассета с бурундуками и гаечный ключ номер 5. Попрыгунчик Джо и кассета с бурундуками определенно мусор. Ладно, я выброшу бурундуков, но попрыгунчика Джо оставлю. Это уже винтаж. Кайф. Обратно? Здесь нет болтов 5-го размера. А, ну нет, не. Что вот можно сделать? Здесь с попрыгунчиком Джо поиграть не получится. А зачем? Здесь нет болтов 5-го размера. Туалет. Так, туалету применим. Здесь нет болтов 5-го размера. А где они есть? Сильно он. Надеюсь, мертв. Не переж. Вода. Но парень. А если открутить, то больше польется? Здесь нет болтов 5-го размера. Игра. Может, еще что-то не взяли? Грязная лужа. Вода не должна так пахнуть. Чел, фига с два, я стану это трогать. Ну, пытайте ломать стену. Это какой-то Это клешту? Ты что? Так, это мы, да. Я не хочу с этим таскаться. Да подожди ты, туда. Вы пропали подсказки. И тут куст. Какой-то густой куст. Это конский каштан, также известный как каштан мелкоцветный. Откуда ты это знаешь? Я не отличу салат латук от шпината. Память легко тренируется. И тут лужа. Вода не должна так пахнуть. Ну все, тут больше нет ничего. У нас есть какое-то задание. У нас ничего нет. Металлическому ящику. Здесь нет болтов 5-го размера. Пожалуй, нет. Диван. Здесь нет болтов. Здесь с попрыгунчиком Джо поиграть не получится. Может, ему дать? Здесь с попрыгунчиком. Ты даже не пробовал. Здесь с попрыгунчиком. Уже просто во все. Здесь с попрыгунчиком Джо поиграть не получится. Ладно, попробуем в следующий раз. Если вы что-то знаете, у вас есть какие-то догадки, пишите, пожалуйста, в комментариях. А как тут игру сохранить? F5? Нет? Не знаю. В общем, остановимся мы на этом. По мне игрушка клевая. Мне чуть сложновато, не знаю. Я до таких игр особо не люблю. Я в них глупенькая. Ну, посмотрим. Возможно, продолжу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Я все-все прочитаю, все-все отвечу и все-все пролайкаю.
И увидимся с вами в следующих сериях. И всем пока-пока.